Cine Group Production представляет. По книге Энди Гриффитса. Привет, я Энди, я виртуоз приколов, фантазия моя, бездонный океан, изобретаю шутки. Продюсеры Мишель Ламир, Даниэль Юбертс. Я шалун, я актер, гениальный трюкач. Я супер юморист, приколист и ловкач. Режиссеры Тим Дейкон и Джон Минс. Что с Энди? 101 почтальники. Итак, вот мой план. Моя ненормальная сестра готовится исполнить свой коронный трюк – тройную пирамиду. А я собираюсь всем на удивление стать вершиной этой фигуры – стать королем школы. Потому что это так и есть. И я хочу произвести впечатление на Лори Маркни. Приготовились? Наш черед! Крэг вперед! Крэг ведет! Крэг гол забьет! Эй! Теперь моя очередь, Дэнни. Приготовились? Когда-нибудь он станет героем. Или загремит за решетку. Конечно, лучше первое. Вперед, пингвины! О, пролетел! Мой брат – законченный хулиган! Спасибо, что испортил мой гол, журавль Фигов! Но... Ты у меня за это получишь! Когда ты, наконец, повзрослеешь? Не могу понять. Я планирую, вычисляю, рассчитываю все до мелочей, а в результате оказываюсь в одних подштанниках. У всех бывает неудачный день. Да? Значит, у меня каждый день неудачный. Я засветился в трусах перед всей школой. Хорошо, хоть мама стирает каждый день. Большое ей спасибо. Я этого так не оставлю. Если я собираюсь стать величайшим в мире проказником, я должен отомстить. Хорошенько отомстить. Но как? Как бы ни было, я буду рядом с тобой. Или за 10 шагов сзади, если ты вдруг окажешься в подштанниках. Своей дурацкой выходкой Энди полностью деморализовал команду и всю школу. Эндрю, слушай внимательно. В нашей семье принято активное слушание. Активности в нашем сыне хоть отбавляй. Я убедила мистера Де Росу провести завтра акцию для поднятия командного духа. Поднятие командного духа? Завтра? Я дважды не повторяю, малявка. Завтра в актовом зале фотограф сделает общую фотографию учеников и учителей школы. Это должно укрепить чувство коллективного самосознания. Это моя идея. Поднятие командного духа. И если ты все испортишь, я тебя прибью. Испорчу? Я? Да у меня и в мыслях не было. Правда. Это отличная возможность для реванша. Только надо придумать способ. Оставить без штанов всю школу – непростая задача. Я знаю, но я дал священный обет, и я его исполню. Это дело чести. Ладно. Стой здесь и учись. Доставка! Это моя пицца. За оригинальную доставку чаевых не требуется. Подарок фирмы. Спасибо. А ее есть-то можно? Можно. Подальше от открытого огня. Клево, правда? Мое изобретение. Замок с дистанционным управлением превращает подачу пиццы в небольшое шоу. Небольшое? Это грандиозно. Это потрясающе. Как ты до этого додумался? Просто. Ты хоть понимаешь, что с твоим уникальным изобретением я проверну самую громкую в мире проделку? С этим же всю школу можно выставить на показ в одних подштанниках. Вау, круто. Ребята из галантереи подумали, что я ненормальный, но я скупил все. Дела двигаются? Дэнни, смотри, перед тобой поезд дружбы учеников школы Истгекла, который будет продаваться перед акцией восстановления боевого духа. Здесь самое главное – пульт дистанционного управления. Счет, пожалуйста. Эй, ты, мелкий пакостник, что это такое? Это мой вклад в акцию восстановления бодрости духа и коллективного самосознания наших учеников. Неужели ты рассчитываешь продать эти погремушки? Ха! Да какой идиот это купит, кроме тебя? Что ты говоришь? Я продам один пояс нужному человеку, а школа в подражание купит остальные. Мечтай! Пояс дружбы? Пингвинчик такой милый, я его беру. Терри!
Клево! Пояса дружбы! Я куплю один! Эй, ребята! Крэк и Терри купили себе пояса дружбы! Последуем их примеру! Давай сюда! О, нет! Пожалуйста, не бейте меня! Я буду счастлив подарить вам премню! Так-то лучше! Ты гений! На этой проделке мы еще и бабки заработали! Именно! Теперь давай поставим таймер и спрячем пульт в надежное место. Я надеюсь, сторож не обидится, что мы заняли немного места в его кладовке. Как только вся школа соберется перед объективом фотоаппарата, сработает таймер и пошлет сигнал на пряжки всех поясов. И... тотальное обесштанивание! Это будет грандиозно! Все идет по плану. Не совсем. О нет, как же Лори достала этот пояс? Я не могу оставить ее без штанов. Привет, Лори. Привет, Энди Ларкин. Я вижу, у тебя пояс дружбы. Когда ты успела его купить? Его купила для меня Эллен. И знаешь, я приятно удивлена, что ты решил внести свой вклад в наше общее дело. С твоей стороны, это очень мило, очень хорошо. Если, конечно, это не очередная дурацкая затея. Да брось ты, все серьезно. Есть только одна проблема. Твой пояс бракованный. У меня есть хороший пояс, я тебе его дарю. Нет, я не хочу, чтобы ты беспокоился, просто потому, что я тебе нравлюсь. Даже если ты мне тоже нравишься. Увидимся позже. Я ей нравлюсь? Я знал это. Но на ней все еще этот дурацкий пояс. Я не могу позволить ей стоять без штанов перед всей школой. Надо снять с нее этот ремень, но как? Эй, эй, тогда она точно останется без штанов. Извини, игра слов. Давай подумаем. Лори же не может носить этот пояс все время. Это действительно лучший план? Нас могут заметить в любой момент. Придется рискнуть. Свистнуть ее пояс из раздевалки – отличная идея. Зададим вам жару, леди! Получилось. Теперь осталось только найти шкафчик Лори. Мы никогда не найдем этот пояс. Никогда не говори никогда. Ищи лучше. Девчонки тоже жуют жвачку. Никогда бы не подумал. Ладно, девочки. Акция поддержки начнется через 5 минут. Бегом в душ. Его здесь нет. Мы найдем его, Дэнни. Мы найдем его. Энди Ларкин, что ты здесь делаешь? Теперь придется отменить нашу затею. Нет. Энди Ларкин никогда не сдается. К тому же, Лори все равно будет стоять на заднем плане. На фото будет видна только ее голова. Минуточку внимания. Как президент школьного совета, я рада вам сообщить, что победитель акции поддерживания командного духа удостаивается чести стоять в самом центре школьной фотографии. Мои поздравления, Лори Макни. Черт возьми! Приступаем к плану С. А уже был план А и Б? Пульт дистанционного управления. Он исчез. Его нужно срочно найти. Он должен быть где-то здесь. Где мой пульт? Вы должны мне сказать, где он. Пульт? Это ты о том странном радиоприемнике? Дай подумать. Я отдал его мистеру Хатчинсу. Кажется, я отдал его миссис Волмер. Мальчик, заберешь после уроков? После уроков? К тому моменту весь мир уже рухнет. Я должен спасти честь Лори. Честь Лори? Эти подростки изъясняются только на сленге. Интересно, что бы это значило? Oh!
Как-то не супер, но тоже очень даже. Я оставил всю школу без штанов, сорвал акцию Джен, но все же спас штаны Лори. Да, правда, сам в очередной раз остался без штанов. Как всегда. Ну, как ты думаешь, долго мы будем здесь торчать? Ну, должны же они отпустить нас домой. Наверное. Эй. Эй. Кто-нибудь! Покойник на время. 8:15 утра. С минуты на минуту в комнату войдет моя мама в надежде, что я уже встал и умылся. Но это не так. А знаете почему? Потому что я умер. Шутки в сторону. Я совсем не умер. Я притворяюсь и должен признаться, задача не из легких. Нельзя ни моргнуть, ни почесаться, ни в туалет выйти. А знаете, зачем мне вся эта морока? Данг-танг? Вы записали меня на игру Данг-танг? Это отличный шанс, дорогой. В прошлом году участник игры выиграл для школы более $500. И что? Давай я просто выпишу чек. Очень смешно, Энди. Будь хорошим мальчиком и принеси мне свои плавки, я приведу их в порядок. В этом нет необходимости, мама. Я не буду мишенью в Данг-танг. Отнесись к этому как к утреннему душу. Я клянусь, что завтра не буду мокнуть в той бочке. Это мы еще посмотрим. Ну, вы все слышали. Она раздразнила меня, а я своих слов на ветер не бросаю. Поэтому остался единственный выход. Умереть. Энди, Энди, вставай. Мы опоздаем на мероприятие. Ты меня слышишь? Как здесь пыльно. Когда ты последний раз убирался в комнате? Энди! Ты носишь эту рубашку уже третий день подряд. Она ничего не заметила. Ее сын лежит мертвый, а она думает о какой-то грязной рубашке. Энди, прекрати нас разыгрывать, сынок. Он пытается прощупать пульс, но я это предусмотрел и использовал метод остановки сердца, как в индийской йоге. Давай, сердечко, давай медленнее. Энди, если это очередная выходка, вставай немедленно. Если нет, у тебя большие неприятности. Что с ним? Он в порядке? Если не придираться к словам, Энди сыграл в ящик. Да! Да! Я знаю, нехорошо заставлять плакать собственную маму, но надо было думать, прежде чем записывать меня на ту игру. Значит, война. А на войне люди плачут. Что же теперь делать? Оставить меня одного и выйти из комнаты. Надо его похоронить. Что? Мы закопаем его на заднем дворе. Займемся этим прямо сейчас. В комнате жарко, мало ли что. Ну, дикари. Папа роет мне могилу. Он что, действительно собрался меня похоронить? Неужели я такой хороший актер? Я бы на их месте еще раз удостоверился. Кто-нибудь скажет несколько слов, прежде чем мы закопаем Энди? Нет. Нет. Он не может опустить меня в могилу, не может. Может, он положил меня в могилу, но не может же он ее закопать. Не могу поверить. Я знал, что я отличный актер, но не настолько же. Лучший актер в номинации «Розыгрыш собственной смерти» Энди Ларкин. И у меня, правда, есть одно соображение. Они мне не поверили и пытаются вывести на чистую воду. Он был хорошим мальчиком, и неважно, что говорили учителя и полиция. Да, он был таким старательным. Он был таким старательным плутом. Ладно, ладно. Он был неплохим братом. Мне будет его не хватать. Ну, секундочку. Джен в жизни бы не сказала про меня ничего хорошего. Значит, они не поверили в мою смерть. Они только хотят, чтобы я думал, что они мне верят. Они хотят надуть главного надувалу. Дилетанты. Я могу притворяться мертвецом до самой смерти. Или даже еще дольше, если понадобится. Это займет слишком много времени. Мы не можем опоздать на игру. А как же Энди? Я должен закопать могилу. Не оставлять же его на съедение коршуном. Но мы можем. Думаю, у нас нет выбора. Возьмем его с собой. Эй, на заднем сиденье проголодались? Не очень. А я бы с удовольствием съел двойной гекклбургер. Гекклбургер.
Гекклбургер? Чушь собачья. Да он же их терпеть не может. Я обожаю гекклбургеры. Энди их тоже любил. Он никогда не мог устоять перед этим лакомством. Как ты там, сынок? Все еще мертвый? Ха-ха. Папаша мой большой комедиант. Но они едут в Гекклдональдс, мою самую любимую закусочную. Надо постараться не забрызгать слюной весь столик. Как твой бургер, дорогая? А твой? Жалко, что ваш телевизор не передает запахи. Тогда бы вы поняли, какая это пытка. Какой вкусный бургер. Понюхай его. Попробуй. У меня есть свой. Нет, понюхай этот. Держись, Энди, не сдавайся. Этот противный зверек явно голоден. Но здесь написано, что кормить запрещено. Как твой бургер, приятель? Немного сыроват. Кажется, ломтик лосося внутри забыли разморозить. Прекрати жаловаться и налей побольше кетчупа. Эй, смотри. Это же статья 57. 57? Приятель, статья 57 – это битье фонарей. Я хотел сказать 5, 7, 70. Без разницы, это убийство, их надо брать. Рано. Подождем, пока они решат избавиться от тела. Это большое преступление. Пришло время заработать денег для школы. Вас когда-нибудь разыгрывал Энди Ларкин? Он перемотал туалетной бумагой ваш дом, вашу машину, вашу собаку, украл вашу золотую рыбку? Да, именно. Тогда у вас есть отличный шанс отыграться на нем. Попадите в мишень, и Энди попадет в холодную воду. Единственная причина, по которой я прикинулся трупом, не бултыхнуться в эту бочку. И именно из-за того, что я все еще мертвый, я вынужден в нее бултыхнуться. Что же мне делать? Остановиться? Не будь трусом, Энди, ты справишься. Не слушай эту селедку, сдавайся, тебе не победить. Пусть я вымокну до нитки, но Энди Ларкин никогда не сдается. Минуточку, сейчас мы его окунем, а потом он нам задаст, да? Нет, в этом-то вся и прелесть, он не может, он мертвый, правда, Энди? Видите, молчит. $1 за бросок. Собранные деньги передаются в фонд школы. Давайте же проявим солидарность ради общего дела. Слава богу, нет в нашем городе настоящих спортсменов. Посмотрите на мистера Хатчинса. У него же руки дрожат. Нет! Смерть почему-то забрала его. Почему не меня? Какие указания? Я умер, а ты забери меня отсюда. Прикол, что ответит Энди, если я расскажу всем, как он однажды сунул голову в унитаз? Ничего, он мертвый. Что за сборище? Надо проверить. Теперь вам понятно, почему у Ист Гекла нет сборной по бейсболу. Полиция, не двигаться! Опусти руку! Он сказал, опусти руку! Минуточку, если вы из-за смерти Энди, так он живой. Он просто шутит. Правда, сынок? Сынок! Энди! Не похоже, чтобы он был жив. Он живой! Энди, серьезно, игра окончена! Энди! Я жду два волшебных слова. Сэр, вы должны пройти с нами. Хорошо. Энди, надо знать меру. Ты победил. Это все, чего я ждал. О! Эй! Кто-нибудь вызывал такси? Энди, вернись! Что? Остановитесь! Эй, остановитесь! Мы их потеряли! Вот это я называю финт ушами. Где он?
Он был хорошим мальчиком, не сделал ничего плохого. Самый несносный ребенок в мире. У него были проблемы с полицией с самого рождения. Энди! Ты... Энди! Жив? Воскрес на свою голову. Волосы сухие. Значит, им не удалось искупать меня сегодня. Я победил! Для полного счастья тебе нужны штаны. Большое спасибо. Увидимся позже, мамуля. Наслаждайтесь праздником! Fox Kids.